Миша, ты на перу влияешь и на Колумбию? О, нет. Ты влияешь, Коля? Так, Сань, ты тут... Саня, ты тоже на Грецию не влияешь. Ты тоже на Грецию. Ты не влияешь. Так, в смысле? Не, у тебя было 19, я тебе сказал, и ты сразу же повысил. Прям сразу же. Блин. Так мы больше ничем не занимаемся. Вы хотя бы это. Просто сейчас сидите и повышайте. На Мексику, конечно, туго повышать, но у меня получается. Сами 500 тысяч призывников. Ой, ты злой. Вот этот призывник. О. Приведи же Жириновского, приведи. А какая разница, какая-то? Мы вместе воюем. Саня, у тебя уже 19%, я понижаю его. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты сказал, ты понизил влияние стран других, поэтому у тебя понизило. Что? Так на это. Так это наоборот, у тебя должно повыситься. На кого? Опа! Опа! А, кстати, он по фокусам Путина дальше пойдет. Нет, уже нет. Нет. Да нет, он не сможет, он уже типа по Путину пошел.